Сейчас немножечко поснимаю стадион снаружи, вокруг. Вот, счастливый дядька себя что делает. Я не знаю, кто это. Что-то, наверное, с футболом связано. Какая-то статуя какого-то странного дядьки. Кафешка. Да, вовнутрь заходишь, там тоже кафешка и магазин, где продаются всякие футбольные эти футболки, шорты, бусы, шарфы. В общем, этот фирменный магазин. Ну и все. Это, наверное, это вот эта станция метро. Здесь есть выход. И на той стороне тоже есть, так, вот там тоже есть выход. Ну и все.